комнате 18-20 градусов. Надо все время выключать. Песок из ракушек. Сегодня утром немножко отходим от вчерашнего. Чуть не проспали завтрак. Сидим в холле отеля. Сейчас выкатились оттуда сверху. Завтрак сейчас пойдем. Мама тут нашла живой цветок. Сунула сюда руку. А потом говорит, ой, а тут вода. Ну это что, лотос или орхидея? Не знаешь? Мам, ты что, это вот, орхидея? Ну, очень красиво. Да. Вот и картины. Там у нас вон портрет шейха. Мы просто тут от всех спрятались за колонну. О, да, мне эта картина нравится. И тут лотосы. В общем, навалялись мы в номере, решили за 5 дней впервые проверить пляж. Надо теперь найти маленькую пляжную машинку. Сейчас посмотрим, потому что возят сюда машинка. На пляже расскажу про нашу борьбу с кондиционером. Уя. В номере холодрыга, у нас плюс 27. Так, мама, карту бич. Мне с тобой садиться или сзади? С тобой поедем. Мам, стой. Она не шевелится? Ура. У нас вчера был пипилац на этот. У нас тут красота. Пипилац был. Мы должны подождать. Ага, thank you. Поехали. Говорят, тут ехать минутку, но это же интересно на такой машине ехать. Да. Вот наш отельчик. О, как видишь, как между домом испугался. Мы проехали вот между этими красненькими штучками. Типа не по правилам. Классно. Вот здесь мы живем, вот тут. Вот. Это наш фасад. Здравствуй, автобус. Так, вот. Turtle Beach. Черепаший пляж у нас называется. Две черепахи едут на пляж. Две черепашки. Запоминай дорогу. Запоминай. Обратно. Ну, будет машина, пойдем на машине. А так пешочком, говорят, лучше пешочком. Тоже приятно. Тут как стройка, тут все строят. Нам вчера рассказал экскурсовод, что тут будет Рослхайма, вот этот остров, он будет как Лас-Вегас. Тут будет казино, отели разные красивые. Вот это все начали, мы так увидим начало. Вот, и лет через 5-10 тут будет типа арабский Лас-Вегас. Люди уже идут обратно, а мы только туда. Наш, мы приехали на наше. Черепашки, да? Thank you. Так, теперь нам надо получить полотенце. Все, пошли получать полотенце. Все, мама готова. Лена, выживи. Я тебя прошу. Залив с той стороны, залив сам. А здесь как бы озеро такое, за заливом. День для Лены. Да, сейчас будем двигать. В общем, рассказываю, у нас была война с кондиционером уже 5 дней. Потому что приходим в комнате 18-20 градусов.
Мы мерзнем, потом оказывается, что при любом открытии его надо выключить. Если открываешь дверь наружу или открываешь балкон, он автоматически включается. Его надо все время выключать. Но кондиционеры здесь не работают на... Как бы меня посветлее сделать. Да, кондиционеры здесь не работают на тепло. Говорит, много жалоб у всех тут. И, ну, в общем... Мы сделали себе тепло, наконец-то, 22 градуса, а то все время было вот так. Вот он, здесь такой вот немножко колючка, но тут немножко другой, в пустыне мелкий-мелкий в пустыне песок. Сняла две фотки, как загорать мама и как загорать Лена. Найдите 10 отличий. Я пошла. Пошла немного поизучить, что у нас тут есть на пляже. Какой у нас есть айскрим. Пошла пешком. Песок тут ракушечный. Твистер, пинеппл фрут форест. Шоколад классический, вайт шоколад. Еще посмотрим, что тут предлагают. Там разные напитки, вплоть до коньяка. Икску. Фрапучино, фреш джус. Вот наш Turtle Beach. Салаты. 23. Пицца. Память-то. Рисков на пляже. Вот. Зеленая, средняя, да, зеленая, желтая опасность, красная и сиреневая. Можно посидеть в барчике, что-то не пойму, сколько стоит мороженое. Да, я спросила, значит, 20 дирхам стоит айскрим. И ну, вот тут можно посидеть, что-то выпить. Сейчас мы покажу, вот мы ехали из отеля. Вон там вот. Но тут вот какая-то большая площадь, наверное, что-то еще будут строить. Или как бы второй корпус отеля, не знаю, может быть, казино, как говорил наш вчерашний гид. Значит, 20 дирхам надо умножить на 25 рублей. Получается... 2 на 25 500, да. 500 рублей. 20 дирхам, это 500 рублей мороженое на пляже. Ну, как бы тут совершенно другие зарплаты. Цены вообще туристические. Как бы это нормально. Я хочу сходить еще. О, тут, наверное, туалет. Вот наш домик. Там где-то мама у меня. Что-то мне неохота мазаться этим кремом от солнца, одевать купальник в эту жару. Вообще. И вообще у меня аллергия на солнце. Так, тут душ, туалет. Ой, как хорошо, прохладно, ветер. Никакой жары, какая прелесть. Мне надо ходить под душ. Тут. Так, тут где-то должны быть лодки. Дальше вот три ряда пальм. Вообще симпатично, но не мое. Не мое, потому что, в смысле, ну, во-первых, солнце, это зима, 27 градусов. Это я, да, смеюсь, 27 здесь сейчас, ну, пляж, да, в номере у нас 19-18, да, поэтому. А мама любит пляж, мы когда выбирали отель, значит, мы делились с ней, чтобы, ну, для, на двоих, чтобы всем было приятно, чтобы был бы пляж и близко съездить. Экскурсии я люблю, ну, мама тоже любит. Чтобы было как бы всем хорошо, но тут пляж немножко поодаль. Но зато тут у нас и спа, если мама пойдет на пляж, я могу пойти в спа, в джакузи. Я спа уже показывала. Еще раз покажу удаленность. Удаленность отеля, как мы ехали на машине, вы видели, наверное. Таратайчик наш. Вот он. Смотрю, что за лодка. Ну, вот волейбольная площадка. Ой, песок колючий. Он ракушечный. У меня прям колючка. Но это полезно. В ногах колючка. А вот
не знаю, сколько стоит на этой лодке покататься. Мне очень... Не, нормально, все хорошо, я вредная. Я вредная, я люблю чистую горную речку, протол. И левее, чтобы был большой океан. Еще желательно, чтобы солнце не светило. Тут вот стоит лодка Доу. Это вот там, чуть подальше. Сейчас я посмотрю, уже ничего не вижу тут. Вот, вот это вот, 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 вот. Это лодка Доу. Тут можно кататься, кататься на скутерах. А это для... для фотка рамка, фотка рамка на фоне. Ну тут все, они такую делали запруду, у нас с той стороны у нас, нельзя говорить персидский, вы помните, Арабский залив с той стороны. А здесь они построили остров и как бы сделали такое небольшое озеро из Арабского залива. И тут вокруг вот лодочная станция, да, серфинг, все такое. Вот эти все отели, все четыре, все, ну тут на острове как бы все какие-то 4-5 звезд, а то и все только 5, то есть мы не смотрели, но тут очень крутые. И, ну, похвасталась. Ну, короче, здесь, да, с каждого отеля выходит пляж, катают, а тут, по идее, не будет никогда шторма, вода будет теплее, не знаю. С той стороны залив мне нравится больше. Он живой и настоящий. Арабский залив. Не путайте. Говорил, как загорает мама на солнышке. Вот он у меня лежит. Как загорает Лена. Лена двигается за зонтиком. И за тенью. Мой рюкзачок. Ну, сейчас подумаю, хочу ли я мороженого. Хе-хе-хе, поехали обратно. Мама. Я решила в этот раз поехать задом. Вот так вот. На соседние тут. Можно... задом тут и ехать, мама не задом, мама едет просто вперед. Мама, а я люблю ехать назад. Покажу вам. Сейчас такая теряет тапок. Да, в эту сторону показывать нечего, там что-то будут строить. Вот тут какие-то крутые машины стоят. У меня тут потолок наверху. Мы поехали. О, мы поедем по-другому. Ой. Ты хочешь что-нибудь? Снимем дорожное движение. Через переход. Ура! Ой, как прикольно. Через переход. Да, мы как пешеходы прошли. Вон по пешеходному переходу. Вот. О. Он ездит. Мы приехали вон оттуда. И к нам домой. Все, готов. Пилат приехал. Все. Пошли, мы решили... не заходя, решили пойти в спа, отмываться от пляжа. На первый этаж.